улице минус 8. Поэтому мы завели трактор и занимаемся навозоудалением. Для того, чтобы выровнять площадку и подготовить к следующему морозу. И так убирается в теплую погоду периодически зимой. Потому что у нас коровы днем находятся на улице. Идет облегчение труда. Уборка навоза, очистили двор, теперь коровам на 2 недели хватит. В следующую теплую погоду снова будет уборка. Вот здесь вот они подходят, кушают, поэтому здесь много назьма накапливается. И чтобы не было бугров к весне, иначе они начнут у нас перепрыгивать через жерди и убегать. Накопится очень много назьма за зиму, если не убирать. Весной тоже тяжело это все будет за раз убрать, поэтому понемножку убираем зимой. И ходить удобней коровам и нам. Теперь они могут и побегать по ровной площадке. А иначе намерзают булыжники, и они ходят, себе ноги выворачивают. Мы сюда накидываем объедки, то, что они не съедают, гнилое и палки. Кому надо, те лежат. А потом вместе с этими объедками все убирается. Ну и когда выпадет снег, вместе со снегом тоже. Подвозятся рулоны, когда они подъедают. Немножко убрали, теперь коровы пришли кушать и могут ходить. Сегодня довольно теплая погода, безветренное солнышко. Для них самая хорошая погода и тепло на улице.